Хорошо, один закидываем баллон здесь. Блин, уже утечка газа. Я надеюсь, он все равно взорвется. Второй здесь. Плюс огнетушители. Плюс С4 на кухне. Последний баллон. Уже забираем. Я в закулисье. На склад. Его закидываем. Ну, где-нибудь вот здесь вот. Главное, чтобы кости пострадали. Так, все подготовили. Можно, конечно, зажечь рояль. Мне кажется, если зажечь рояль, то мы больше урона нанесем. Но с другой стороны, не поднимаясь наверх, мы сможем гораздо быстрее сработать. А, слушайте, еще один баллон я вижу. Так, сюда С4. Как он там оказался? Немного... Взрыв. Прицел сбитый какой-то. Разброс, видимо. Слишком велик. Так, ладно, ничего страшного. Попал немного в глаз. Пару осколков. Так, ну в принципе... Наверное, уже неплохо. Но рояль, смотрите, целый практически остался. Так что я думаю, здесь максимум 5000 получилось. Да, и рыба у нас осталась. Есть еще немного времени, конечно, но я подниматься, наверное, уже не буду. Кстати, пушку можно развернуть. Баба, выходи. Восемь, смотрите. Ладно, давайте попробуем поджечь. У нас немного времени остается. Так, я надеюсь, бабуля сейчас бухтеть не будет. У нас немного времени остается чисто на поджог. Но самое главное, пушки с огнем, их переместить нельзя. Эти-то пушки можно направлять, но какой в них смысл? Давайте все же попробуем зайти. Сначала подготовить. Чуть-чуть спускаем. Огонь. Сюда. Сразу же заворачиваем. Бабуля еще не кряхтит даже. Так, теперь взрываем. Выходим. Что творится? Правда, баллоны теперь рядом друг с другом. Готово. Теперь быстро уйти. Блин, до прихода бабули не успел. Сломался. Пистолет, блин, это. Так, бабуля ушла. Да, смотрите, здесь взрывная волна не работает. Так, еще вот здесь баллон. Ладно, возьмем с собой. Так, выходим. Давайте прямо здесь его взорвем. За столом. А. Так, и теперь быстрее бежим. Пока бабуля там стучится. Перевернуть бы что-нибудь по дороге. Мы бежим на второй этаж. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, и открываем сейф. 6. 6. 6. Должен успеть. Минус 3 косаря в любом случае. Ну, смотрите, нормально. Итак, дамы и господа, та самая пушка, стреляющая футболками.
И еще два дополнительных снаряда. Сейчас я покажу, как это работает. Да, но я ожидал, конечно, что стекло мы хотя бы разбить сумеем. Этим только вазы разве что разбивать. О, да, неплохо. Вот так нужно выключать телевизор. Готово. Тостер сейчас починим. Не работает все. Чайник зато можно отремонтировать. Радиопроигрыватель. Так, а здесь, допустим, я возьму водичку, включу. Себя я не убил. Да, всю технику можно с легкостью ломать таким образом. Здорово, баба. Ну и чему? Остался маг. Кровать не разнести, к сожалению. Патроны быстро заканчиваются. И смотрите, до прихода бабули... Нет, к сожалению. Блин, у меня ничего не осталось. Руками побить бутылки разве что. Да я в состоянии. Закомбить. Ай, кажется, немного пораниться. Нормально, смотрите, как каратист. Великолепно. Окрадусь. Как мангуст. Блин, 3 тысячи я заплатил. Но зато заработал 8. Дамы и господа, тачка на прокачку. Автомобиль Папы Римского. Замечательно. Можем осмотреть салончик. Немного здесь грязи. Мы видим коррозию, потертости, ржавчины. Смотрите, какой отвратительный салон. Он как будто из пластмассы сделан. Руль довольно тяжелый. Машина, в принципе, нуждается в доработках. Что у этой машины под капотом? Вы посмотрите. Я дотронулся своей нежной рукой, и капот уже кривой. Даже складно получилось. Итак, у нас есть инструменты. Вот такой вот молоточек, например. Так, уже лучше. Затем пару петард. Салончик. Ай. Никак не протиснуть. Вот это музыка, конечно. Петарда-то взорвалась, да, но урон она немного наносит, как понимаете. Так, ладно, еще покажу. Отремонтируем колеса. Диски дорогие. Салончики немного. Звуковое сопровождение великолепное. Как эпично было в конце. Блин, я не знаю, что пожечь. Покрышки, кстати. Возможно. Давайте попробуем. Комбим. Застрял, зажигалочка. О, ладно, еще раз. Так, может, петарды. Застряли мои инструменты. Да, кстати, двигатель надо повредить. Твою мать, я шкаф вместо этого повредил. Сейчас немного поработаем. С двигателем.
кажется, результат уже лучше. Кстати, можно самые ценные объекты. Там и ряса, по-моему, или нет. Только шляпа. Двигатель можно вообще не трогать, он нам косарь дает всего. Сомневаюсь, что я шляпе наношу большой урон. Вообще, кстати, можно это задействовать. Осветить автомобиль, так сказать. Может, надо не сильно зацикливаться. Вот и все, забить уже на салон. Прострелить по крышке, например. Так, ну а что теперь? Стол кромсать. Фары разбиты. Ну, теперь к двигателю. Окошко приспустить, пожалуйста. Черт, приколбасил. Я хотел как Рокки. Как смерч или ураган промчаться. Времени, кстати, много осталось. Потому что я все разнес и потерял. Шлем еще остался. Сколько там? $90 всего лишь за лобовое стекло. $165,000 у нас есть. Мы приобретаем черную дыру, дамы и господа. И это не моя бывшая. Она столько не стоит. Может, это просто косметический предмет? Да, слушайте, мне кажется, меня обманули на $150,000. А нет. Да, всасывает в себя все. Так, неплохо. Мне нравится. Оно все увеличивается и увеличивается. Честно говоря, я не уверен, что смогу избежать смерти. Может быть, стоит уходить? Бабуль, ты не здесь? Я, честно говоря, не рекомендую сюда идти, бабуль. Или тебя уже засосал? Нет, она идет, она приближается. На дыра все больше и больше. Бабуля, давай быстрее только, ладно? Честно говоря, мне больше не хочется здесь находиться. А, все, она исчезла, смотрись. Изи. Так, ну в таком случае еще жахнем. Почему бы нет? Времени немного осталось. И посмотрим, сколько мы заработаем. Бабах. Сваливаем. Как будто множество петард работает вокруг в радиусе. Так, ну еще можно взять ствол пошмалять. Спеет до прихода бабули. Она почти... Да ё-моё. Да, радиус действия у нее большой достаточно. Хорошо, что меня не засосало. Да, ну вот как раз под приход бабули, так что подождать придется. Еще можно взять ствол, выстрелить в яйцо, например. Классно. В невидимую модель бахну. Ну-ка. Посмотрим, во сколько обошлась кухня. Ну, не так уж мало, но не так уж и много. Прям сюда, я думаю, можно. Надо пошмалять по баллонам. Как шарики лопаются. Так, и здесь ничего практически уже и не остается. Блин, идеальное устройство
Для уборки комнаты. Я бы, возможно, нечто подобное хотел себе. Так, ну куда-нибудь пострелять еще можно? Тут ничего не осталось просто. Вот это удачное расположение. Так, бабуль, ты удивишься. Лучше не заходи. Все нормально, ребята. Просто вечеринка была.